Ребята, я никому ничего не навязываю. Пожалуйста, не пишите мне в комментариях, если бы я ела такими порциями, да со мной было бы то. Это пригодится тем, кто уходит с большого веса, кто хочет похудеть, но любитель покушать. Те понимают, о чем я говорю. Когда пишут в комментариях, а сколько же была порция тогда, когда у вас было 140, если вы сейчас такими порциями кушаете. А вы считаете, что в весе 140 была какая-то порция или была нормальная порция? Но вы сами слышите себя? И аппетите, и порции, и поведение пищевом. Это называется пищевое поведение. Когда человек ест без стопа, без порции, без, как вам сказать, без тормозов. Да, это безобразие. Но это было, и это с этим сталкиваются многие. Чай у меня сегодня с лимончиком, черный. Пол чайной ложки, чуть меньше, я туда положу мед. Кто спрашивает про сахарный диабет второго типа? Да, он у меня есть. Щитовидная железа, нарушена функция. Да, это тоже есть. Ребята, вместе со всеми этими букетами, больше не буду перечислять еще, чем я шагаю, и вам желаю тоже успеха. Но научитесь с этим жить, но никуда это уже не денешь. Но это уже надо просто приспособиться. Все, наливаем чай, идем завтракать. Всем привет, вы на канале «Всего понемногу» из Германии. Комментировала вам то тут манты, то фотозону. И думаю, а что это я в кадре-то не появлюсь? Прическа выходного дня, уже все привыкли. У каждой прически у меня название. Форма одежды домашняя. Снижаем вес, путешествуем, экономим. Говорим о здоровье, о городе, о детях, обо всем понемногу. Меня зовут Людмила, мне 58. Родилась в Казахстане, живу уже почти 20 лет. На следующий год, 19, в Германии. Снимаю жизнь простого человека, живу без проблем и вам желаю того же самого. На заднем плане, что у нас? Воскресенье, значит, что-то из теста. Но при этом, ребята, снижаем вес. Сейчас расскажу, с чем манты, для кого и кому, с какой начинкой расскажу. И по ходу лепки буду с вами беседовать. Вот такие небольшие, по 20 грамм я делаю тесто, потому как чуть больше они получаются вот такущие. Нет, 20 грамм самое то. Читала сейчас комментарии, вопросы. Люда, вы отдельно сыну готовите или все вместе? Хотелось бы что-то, ну, меньше быть на кухне. Девчонки, вас понимаю. Значит, выход какой? Вот манты сыну, здесь фарш свиной и картошка. Себе я сделаю кабачок и достала говяжий фарш. То есть 20 грамм теста, меня они не убьют. Значит, скорректируйте питание и где-то углевод уберите. Я же могу эти манты в заморозку кинуть. Потом на овощную подушку, ну, мантоварницу не гонять, да, целую. То есть вы берете лук и морковь, любой овощ, кабачок, смесь овощная, хоть что. И сверху себе, как вишенка на торте, 2-3 манта сварили. Красота? Красота. Делайте пирожки, себе сделайте сыр, творог, капуста квашеная, свежая, я имею в виду жареная. Что-то себе, начинку какую-то полезную сделайте. И тонко-тонко, прям до вот прозрачности раскатайте тесто. Чем вам не пирожок? Если я делаю лазанью, то ему я, допустим, закладываю тесто, а себе начинка та же самая, закладываю листья капустные. Та же самая лазанья. Так, готовлю быстро лазанью. У сына будет обыкновенная с тестом. Фарш сейчас так размешаем, все быстро. Здесь грудка, это моя часть. Но главное, что все одновременно, все быстро. И еще и сэкономлю время работы духовки. Это же электричество, ребята, я же на всем экономлю. Ну, разумно, конечно. Беру лист, сначала сюда овощи, потом лист. Лист заморозки, его уже не надо отваривать, видите, какой он. Вот так насыпали прям много-много начинки. Зелень замороженная, она сейчас в духовке отойдет.
йогурт 1,5 и томат вот такой вот. Смешала я. Сейчас этим я немножко полью. На листьях я вырезала толстую часть, это обязательно. Сейчас я его здесь разорву, и он ляжет ровненько. Я не ложка, я вот так раз-раз-раз сейчас. И все, ребята. Третьим листом накрываю и заливаю. Вот и вся кулинария. Чем проще, тем полезнее, тем вкуснее. Все, сейчас заливаем, накрываем этим листиком. Порвать его, видите, как одной рукой. Это только супер может блогер снимать, да? Ну, все руками разровняем, замечания получим и все. Не надо ничего мудрить. Сверху сейчас вот этим соусом подолью ровненько. Да? Ой, специи прям, конечно. Сейчас капуста пропитается и овощами, и всякими там разносолами. Вот такая лазанья овощная. Фантастика, как вкусно. Ему рис с грудкой, себе овощи с грудкой делаю. То есть вы можете запросто выход из положения найти. Давайте, тесто уже заветривается. Кстати, тесто попробуйте на ледяной воде, без яйца. Эластичное, катается вообще. Было видео, я готовила на мальчишник. Люля-кебаб, говядина, птица и курдючный жир. И много-много синего лука. Вот, пожалуйста, заморозки, фарш. Добавлю сейчас кабачок. ПП-манты будут. Я не знаю, сколько фарша. Ну, наверное, грамм 400, да? И возьму вот кабачок 360 грамм. На крупной терке. Глаз-алмаз 390 фарша. Кабачок натерла, петрушку и укроп туда. А вы пробовали в мясное добавлять мяту? Вы не представляете, какой вкус. Попробуйте. Слушайте. Это говорит о том, что фарш сочный, влажный. Девчонки, кто снижает вес? Не забывайте про воду. Вода везде на видном месте. Вот мне Лида подарила графин с такими бокальчиками. И вот теперь у меня вот вода в графине. Напоминание, что воду весь день до 19 часов. Я с тестом дружу. Ну, тесто, кстати, попробуйте, зачетное. Ледяная вода 250 грамм. 500 муки, соль. Прям я в воду закинула соль. И ложку столового масла я добавила на эту порцию. Яйца не надо. Так, раскидала тесто 20-22 грамма. Но я с тестом дружу. У меня получаются краешки очень тонкие, а серединка потолще, для того, чтобы не порвалось тесто, сок не вытек. Сейчас посмотрим, сколько поместится начинки. Так, начинки побольше ложите, не жалейте. Вот такой красавчик получился у нас, но большенький, ребята. Опа! 70 грамм почти. То есть там 50 начинки и 20 теста. 45-50 грамм я стараюсь сюда положить начинки. Лепим дальше. Смотрим. 72 минус 22. 50 начинки. Отлично. Один колобочек у меня остался. Фарш, конечно, останется. Жалко. И вот манты, пожалуйста. Значит, что я делаю? Я сейчас поставлю их варить. 4 моих. Вот если я сейчас взвешивала 72, до этого 65, ну, то есть в среднем где-то 142 штуки, да? Значит, 4 смело можно взять. И вот, ребята, и потом покажу, сколько сока в них будет. Все, конец фильма. Я имею в виду конец лепки. Вот красота, закидал все, и все, обед готов. Позвонила старшему, сказала, у вас полчаса, потому что они варятся 40 минут, полчаса у вас на дорогу, давайте, подходите, будем кушать манты. Но день хороший, теплый, так что надо идти гулять, прям надо. Сейчас пообедаем и пойдем разгонять обед. Ой, мне так нравится, когда хорошая погода, как быстро сохнет белье. Сейчас раз, два, три, и оно сухое.
Кто-то здесь прогуляемся, здесь два парка рядом. На озеро можно прогуляться. Так, вот моя порция, вот такие мои красавчики. Йогурт возьму 0,1. Ребята, надо совесть иметь, потому как и так мне перепала вкуснятина. Все, надо сразу кушать, пока они не остыли, пока сок, пока они горячие. Посмотрите, разломаю я один сейчас и покажу вам. Так, вот посмотрите, сколько начинки, по весу вы видели. Так что все можно в меру. Значит, урежьте углевод в другом блюде, в другом приеме пищи на сегодня. Утром у меня углевода не было, и на ужин тоже не будет. Так что все в балансе. Белки, жиры и углеводы. Вы были на канале «Всего понемногу» из Германии. Люблю вас по-человечьи. Всем пока-пока.